Впервые за 20 лет посевная площадь в Рязанской области превысила 1 миллион гектаров. Аграрии поставили рекорды по сбору зерна – 2 миллиона 800 тысяч тонн. К тому же уборка продолжается. Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что 2020 год стал годом рекордов в агропромышленном комплексе. В этом году непростом во многих отношениях работники агропромышленного комплекса доказали, что успех достигается слаженной, профессиональной, самоотверженной работой, грамотным руководством и применением инноваций, передовых знаний, методик, взаимовыручкой и поддержкой. Именно так работают наши аграрии. Даже в самый острый период пандемии сельхозпредприятия продолжали свою деятельность. Ответственно и продуктивно провели весенний сев, что во многом определило высокие результаты уборочной кампании этого года. В день работника сельского хозяйства были награждены почетным знаком за вклад в развитие агропромышленного комплекса «Труженики производства». Иван Сазонкин, начальник отдела земледелия и растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, рассказал, что рекордов действительно поставлено множество, и добавил, как этого удалось добиться. У нас вводятся в оборот залежные земли, поэтому посевная площадь превысила. Это один, как говорится, момент. Второй момент – это, конечно, соблюдение всех технологических регламентов в растениеводстве. Ну и, конечно, самоотверженный труд аграриев, которые, начиная от зари и до позднего вечера, вкладывают свой труд в такие результаты. Увеличение пищевой промышленности почти на треть, увеличился объем животноводства и птицеводства, мяса и молока. Это стало возможным еще и благодаря государственной поддержке и реализации национальных проектов. За опытом в Рязанскую область едут уже специалисты и из других областей. И нам есть что показать. Форум «День поля» наглядно продемонстрировал интерес к нашему региону и сельскохозяйственному производству. Уверен, что большую пользу принесет деятельность агробиотехнопарка, который формируется сейчас у нас в регионе. Для того, чтобы отрасль АПК продолжала качественное развитие, мы расширяем экспортные возможности предприятий, привлекаем новые инвестиции, возвращаем в оборот неиспользуемые сельхозземли. Ударные темпы агропромышленного комплекса планируют не только сохранить, но и увеличить. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».